Надежда Михалкова стала очень выборочно подходить к посещению светских мероприятий. Надежда теперь редкий гость вечеринок, хотя раньше не отказывалась от приглашений на премьеры друзей. Держит в секрете подробности личной жизни актрисы и ее мать Татьяна Михалкова. Зато накануне она поделилась редкими снимками подросших детей Надежды от брака с Резо Гигинеишвили, 12-летней Нины и 10-летнего Ивана. На снимках дети Надежды позируют на фоне ростовой линейки, благодаря которой стало известно, что Нина сравнялась по росту с мамой.